Так, ну, вроде стоит. Ребят, всем привет! 5 минут не могу поставить камеру на приборную панель на торпедо, чтобы она стояла ровненько. Итак, находитесь на канале Автоподбор 25. Напоминаю, занимаемся мы помощью при покупке автомобиля. Можем произвести штучный осмотр автомобиля, то есть сами находите автомобиль, скидывайте ссылочку, мы его едем, проверяем. Проверка автомобиля стоит 2000 рублей. Также можно сделать поиск автомобиля под ключ. За более подробной информацией звоните. Телефоны указаны в описании канала и в описании под каждым видео. Единственное, в данный момент поиск автомобиля под ключ не берем, потому что с 8 по 15 число, по 15 июня, будем отсутствовать в городе. Штучно осмотрим, да, без проблем. Звоните, пишите, осмотрим. Проверка стоит 2000 рублей. Спасибо всем за подписку, за поддержку. Большая просьба, не звоните по ночам. Я не возьму трубку в 2 часа ночи, в 3 часа ночи, в 6 утра. А потом приходит смс, ой, блин, он трубку не взял и так далее и тому подобное. Итак, видео всем понравилось. Вот, да, за 1 число, за 1 июня. Сейчас будет продолжение, выберем какую-нибудь стоянку. Давненько мы не открывали машины, не смотрели по комплектациям, там, чем они оснащены. Поэтому сейчас выбираем небольшую стоянку, где есть, наверное, с десяток автомобилей. И, кстати, попробуем найти такую стояночку, где есть все, да? Вот, скажем так, седанчиков до, там, седаны, гибриды, возможно, кей-кары, какие-то хэтчбеки. Посмотрим джипы какие-нибудь. Ну и, конечно же, микроавтобусы. Не забываем подписываться на канал, поддерживать канал. Ну и также, ребят, подписывайтесь на Инстаграм. Все, идем на авторынок, смотрим. Авторынок нас встречает непогодой. Кстати, к вечеру обещают вообще какое-то штормовое предупреждение. Ну, пришли мы слишком рано. Вот, не все продавцы еще на месте. Поэтому я немного не уверен, что получится что-то пооткрывать из автомобиля. Но, по крайней мере, есть цены на автомобилях. Итак, давайте начнем. Перед нами стоит два Subaru Forester. Черный, белый цвет. Двигателя двухлитровые. Есть турбированные, тоже двушки. Турбо 280 лошадей. Обычный двигатель 150. Итак, 16-й год. 4 балла аукцион, стоимость автомобиля 1 миллион, ребят, 800 тысяч рублей. Как бы не слабо, если честно. Беленький, 18-й год, 4,5 балла, 1 миллион 950 тысяч рублей. Но за эти деньги я считаю, что он должен быть, блин, ну в идеале, в максималке. Максимальной комплектации. Очень сильный ветер. А еще один кроссовер, это Mitsubishi Outlander, так называемая электричка, да, тоже он в неплохой комплектации. 16-й год, 4 ВД, 4 камеры, аукцион 4 балла, 1 миллион 970 тысяч рублей. Ух, как подорожали автомобили. Honda Везель в рестайле 1 миллион 800 тысяч рублей. 2018 год, 1,5 литра, 4 ВД, штатное литье, летняя резина, рейлинги, хорошая комплектация. Очень хорошая. Toyota Harrier. Визеля идут полторашки. Есть гибрид, есть передний привод, есть негибридные версии. Toyota Harrier. 2017 год. 2 литра, 4 ВД. Аукцион 4,5 балла. 2 миллиона 350 тысяч. Есть двухлитровые. Есть гибрид 2,5 литра и есть турбохорек, назовем его так. Несмотря на раннее утро, уже ходят покупатели.
Honda Freed, гибрид, последний кузов, 17-й год, 1 220 000. Аукционный лист, аукцион Honda, кузов целый, пробег 88 000. Очень популярный автомобиль. Esquire, 1 780 000. Автомобиль 2017 года выпуска, 4,5 балла. Знаете, вот сколько автомобилей посмотрели, все бальные. Везде лежат аукционные листы. Это полноценный микроавтобус. Следующий, 2014 год, 4,5 балла, кузов целый, пробег 90 000. Ну, блядь, погода у вас, конечно, блядь. 1,5 миллиона. Полтора. Машин очень много на авторынке. Прям все стояночки подзабито. Находимся на самом верху. Посмотрите, все места заняты. Toyota Camry 2018 год, 2,5, 2 150 000 рублей. Штатное литье, клевая комплектация, гибрид, полноценный гибрид, ребят. Рядом стоит Prius Alpha, тоже полноценный гибрид, двигатель 1.8, таких не бывает. 2015 год. Я так понимаю, 2015 год. 1 120 000 рублей. Следом у нас идет Honda Jade, гибрид от Honda. Потихонечку появляются данные автомобили. Они, в принципе, проходные. Не знаю, почему их очень мало. 2015 год, G-салон, полторашка, гибрид полноценный, 1 060 000 рублей. Полтора литра робот, коробка передач. Также, смотрите, есть очень много мопедов, есть даже покупатели. Ну и посмотрите на самую большую стоянку авторынка «Зеленый угол». Кстати, авторынок «Зеленый угол» начинался именно с этой стоянки. Так, кто-то говорил, что нету джипов. Пожалуйста, Toyota Land Cruiser Prado. Легендарный внедорожник, рамный. Штатное литье, практически новая летняя резина. В довольно неплохой комплектации. Рейлинги, повторители, омыватель, датчик при столкновении, регистратор установлен, хром такой, выделение идет. Семнадцатый год, март месяц, состояние нового, пробег 50 000, аукционное авто, гарантия 100%, строгий аукцион, ни одной крашеной детали. 2.7 двигатель, понятно, 163 лошадиные силы, расход 11 литров. Ну, знаете, здесь как-то вот, не знаю я, что прадик там будет жрать 11 литров. Тут, блин, смотря как ездить будем. Люк, кстати, да, люк есть у автомобиля. Светодиодные фары LED, автоматический корректор фар. Чего здесь только нет. Запуск авто с кнопки. 3,5 миллиона.
3,5 миллиона. Ребят, японская сборка. То есть есть японская сборка для Европы, а он еще пробежный получается. Есть японская сборка для Европы, а есть японская сборка для внутреннего рынка Японии. Поверьте, разница огромная, разница колоссальная. Ладно, нам что-нибудь попроще. Не за 3,5 миллиона. Nissan X-Trail. 2017 год. Пробег 25 тысяч. 1 миллион 680 тысяч рублей. Перед многими стоит выбор, что взять. Либо X-Trail, либо Subaru Forester. Как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Каждый решает сам. Но я, естественно, взял бы Subaru Forester. Тоже очень хорошая комплектация. Nissan Serena. Мало таких автомобилей. Это Highway Star. Кстати, постоянно спрашивают. Serena именно Highway Star. Штатное литье. То есть по бокам идет. Ну, такие фондера, да, расширители. Сразу по-другому смотрится автомобиль. Полный руль, запуск с кнопки, 1 миллион 145 тысяч рублей. Посмотрите, сколько автобусов в ряд стоит. Сирена, очень много степ-вагонов, он вижу в Воксе, X-Squire. Давайте пробежимся по степ-вагонам. Так, бегать не будем, цены нет, зато есть 4,5 балла. 16 год, полторашка, турбо, 1 миллион 445 тысяч. 16 год, турбо, есть все, 1 миллион 570 тысяч. На фиолетовую цена не указана. Воксе 16 год, 1,8. Цена не указана. 16 год, 4 ВД. 1 миллион 430 тысяч. Кузовщина целая, пробег 98 тысяч. Еще один X-Trail, 16 год. Кстати, X-Trail, забыл сказать, бывают гибридные. 16 год, рейлинги 2 литра, 4 ВД, вариатор 1 миллион 515 тысяч. 16, 4 ВД, 1 миллион 540 тысяч. Давайте захватим еще один интересный автомобиль. Это Suzuki Swift. Свеженький, 17 год. Передний привод. Двигатель 1.2. Штатное литье, летняя резина, повторители. Бесключевой доступ. Ну, это такой, знаете, как я бы назвал, это женский автомобиль. Вот серьезно. Куда делись все продавцы? Народ ходит, продавцов нет. Не могу машины пооткрывать. Honda Freed, 14 год. Кстати, вчера ходили по авторынку, искали Фрида. Так вот, данный экземпляр, он неплохой. Он даже очень хороший. Кузов целый, пробег сотка. 14 год, 880 тысяч. Он в очень хорошей комплектации. На X-Trail ценника нет. Subaru XV, 16 год. Ну, начинка форика. Рейлинги 1 миллион 440 тысяч. Форик, ну это до рестайл 15, я же немножко удивился. 15 год 1 миллион 730 тысяч. 4,5 балла, пробег 80. Электричка Outlander. Ну, это не полноценная электричка, но я их называю электричками. 1 миллион 870 тысяч. Полноценный гибрид от Toyota Prius. Этот кузов уже есть, 4 ВД, 1 миллион 380 тысяч. Honda Shuttle, 2017 год, 1 миллион 40 тысяч рублей. Nissan NV200. Популярнейший рабочий автомобиль. Ценника нет. А нет, вру, есть ценник. Смотрите, 16 год,
940 тысяч рублей. Так, ребят, наверное, на сегодня будем заканчивать. Да, то есть две стоянки захватили. Да, не получилось автомобили пооткрывать, но сделаем это обязательно. Вот, следующее видео, наверное, все-таки выйдет с грузовиками. Либо следующее, либо через одно. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем огромное спасибо за подписку. Всем хорошего настроения.